На Озерной улице в микрорайоне Зенина завершено строительство детского сада на 140 мест. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 6 групп, из них 2 ясельные. Музыкальные и физкультурные залы, раздевалки, спальни, игровые комнаты, медицинские кабинеты и пищеблок уже оснащены мебелью и оборудованием. Для маломобильных предусмотрен лифт и специальный санузел. Территория вокруг сада благоустроена и озеленена. Обустроены веранды, игровые и спортивные площадки. Детский сад введен в эксплуатацию. Сейчас застройщиком группы компании «Самолет» производится клининг. Готовятся документы для передачи детского сада в муниципальную собственность. После чего мы уже будем получать лицензирование и планируем открыть детский сад к 1 сентября.